Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Сегодняшняя наша тема касается протеста МИД Армении и МИД Армении в связи с участием представителей ООН конференции, проведенной 18 марта в Шуше и посвященной 30-летию партнерства Азербайджана и ООН, выразил протест представителей ООН в Ереване. И в связи с этим МИД Азербайджана ответил МИДу Армении по поводу протеста, и МИД Азербайджана в своем заявлении говорит: продолжающие территориальные претензии Армении к Азербайджану показывают, что эта страна не сделала правильных выводов из 40-дневной войны. Такая позиция МИД Армении является ничем иным, как попытка препятствовать миротворческим усилиям в регионе, предпринимаемым Азербайджаном совместно с ведущими членами международного сообщества. Доводим до сведения МИД Армении, что исконно азербайджанская территория, как этот город, колыбель азербайджанской культуры, наряду с этим, с другими территориями, был освобожден в 2020 году, и наша территориальная целостность была восстановлена. Он никогда не занимал нейтральные позиции по бывшему армянско-азербайджанскому конфликту, наоборот, поддерживал территориальную целостность Азербайджана в резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности. В связи с этим непонятно восстановление какого нейтрального статуса призывает МИД Армении. В заключение хотели бы повторить, что о чем раньше Армения примет, то есть чем раньше Армения примет реалии постконфликтного периода в регионе, тем полезнее это будет для нее. Это означает, что пока что Армения хочет, чтобы была такая ситуация, и она загнила в своей берлоге под названием Армения. Это мой вывод, и могу это доказать, что с этим Армения, наоборот, препятствует кризису в своем. То есть правительство Армении препятствует тому, чтобы был кризис в самой Армении. И армяне, которые живут там, постоянно подверглись к внушению того, что мира не будет, и они должны все это понять, так как правительство Армении нынешнее продолжает свою бесполезные выводы. Спасибо всем за внимание и удачи всем.